Это же рецепт самого вкусного шоколадного крема для ваших тортов. Всего два ингредиента и готово. Не забудь сохранить. Сливки довести до кипения. Вылить на шоколад и промыть блендером. Накрыть пленкой в контакт и убрать в холодильник на 5-6 часов. Для более устойчивой текстуры затем можно слегка взбить миксером. Идеальный крем готов. Ставь лайк.